Здравствуйте, мои необыкновенные благородные люди этой галактики. Квантовое Таро, разговор ваших душ через космос. Что скажут карты? Души говорят о том, что вы стоите сейчас на определенном интересном выходе из лабиринта в ваших любовных отношениях. Вы выходите из этой ситуации, которая, да, длительный период времени не могли преодолеть. И здесь победа идет за вами. Здесь идет информация о том, что любовь всегда побеждает, сила всегда в любви. Идет абсолютное изменение ситуации между вами на 180 градусов. У кого была тишина, молчание, ни появление, ни проявление. Здесь все полностью изменится. Поэтому смотрите по вашей ситуации, и вам, естественно, понятно, о чем говорят души. Что еще? Идет информация о том, что будет встреча в закрытом помещении, девчонки. Он говорит: любимая, буду наслаждаться, буду любоваться тобой. И он говорит, что двери будут закрыты, никто не увидит нас в этот момент. Он говорит, что вы сокровище, вы это желание, которое исполнится. Наконец, он говорит, мое желание исполнится, когда мы сможем с тобой уединиться, закрыться. Здесь и признание в любви вам, здесь и признание мужчины вообще в чувствах о том, что... О том, что, ну, желаю, горю, не могу без тебя, понимаю, что все, жезловые энергии буквально перебили все. Все пространство, а на протяжении длительного времени представлял, визуализировал вас, девчонки, и наконец говорит, что закрою тебя, не дам тебе никуда пойти для того, чтобы насладиться тобой. Так, еще разговор ваших душ. Плохо, плохо, сложно, тяжело, возможно, даже когда слушаете эту информацию, сердечко так колет, потому как находитесь в определенных иллюзиях и самообмане, возможно, не верите этой информации, поэтому и такое вот негативное идет на самом деле внутреннее состояние, но слушайте свою душу, ведь глубоко в душе вы же прекрасно знаете, хотите и ждете осуществления вышесказанного. Ну что же, ставьте сердечко, пишите «принимаю», «благодарю», «во благо».